В собрании депутатов Ненецкого округа состоялось очередное заседание по предварительному рассмотрению расходов в рамках работы над окружным бюджетом на ближайшие 3 года. Депутаты рассмотрели расходы Департамента внутренней политики, Управления государственного заказа, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности, аппарата администрации, а также их подведомственных организаций, избирательной комиссии, счетной палаты и собрания депутатов НАО. В целом позиция собрания депутатов Ненецкого автономного округа и органов исполнительной власти совпадают в сокращении ряда неосновных расходов в пользу финансового обеспечения социально значимых направлений. Депутаты прежде всего обращали внимание на сокращение тех расходов, которые касаются командировок, обучения, если оно не имеет важности, да, и не острой необходимости для сотрудников. Каждому органу власти и подведомственным учреждениям предложено использовать горюче-смазочные материалы по факту, минимизировать расходы по обеспечению топливом, не пользоваться услугами по его хранению. То, что касается, как сказал, там, аппарата администрации, управления гражданской защиты, это госзаказ, в первую очередь, еще раз повторю, что депутаты рекомендовали сократить затраты на командировочные расходы, ну, за пределы округа имеется в виду. Все-таки по округу, да, те командировки, которые департаменты планируют, я считаю, что необходимо все-таки осуществлять, потому что, ну, это касается жизни наших людей, прежде всего, населения Ненецкого округа. По итогам заседания комиссия рекомендовала Управлению гражданской защиты и обеспечению пожарной безопасности округа предусмотреть дополнительные средства на деятельность добровольных пожарных дружин в 2021 году. Был вопрос сегодня поднят Татьяной Васильевной Федоровой по поводу организации деятельности добровольных пожарных дружин в сельских населенных пунктах. Это очень важный момент, потому что у Управления гражданской защиты эти деньги запланированы не были. Это порядка 6 миллионов на год по всем муниципальным образованиям. Но мы понимаем, что сегодня по понятным причинам пожарных частей во всех сельских населенных пунктах у нас нет. Вот. Поэтому добровольные пожарные дружинники – это лица, которые проживают на территории этих населенных пунктов. Вот. Они участвуют в тушении пожаров, если они возникают. Аппарату администрации Ненецкого округа при рассмотрении расходов предложено пересмотреть в сторону увеличения размер платы за аренду помещений Государственного жилищного фонда округа. Общая рекомендация органам власти – рассмотреть вопрос о централизации государственных закупок по ведомственным учреждениям. В заключение депутаты рекомендовали администрации Ненецкого округа провести работу по оптимизации расходов по всем органам исполнительной власти. Ольга Русул, Владислав Носкин, телеканал «Север».